До старта Всемирной универсиады 2023 года осталось 965 дней. Часть соревнований пройдет и в Первоуральске, поэтому воспитанники детской и юношеской спортивной школы устроили специальную акцию. Каждая секция выполняла физические упражнения ровно 965 раз. Таким образом, юные спортсмены хотели привлечь внимание горожан к предстоящим спортивным состязаниям. В акции приняли участие воспитанники всех отделений Первоуральской детской и юношеской спортивной школы. В каждой секции тренеры выбрали определенные упражнения. Например, баскетболисты отрабатывали передачи мяча, в секции тэквондо – удары, а волейболистки прыгали на скакалках. Педагоги делятся. Проведение такого флешмоба для их воспитанников оказалось не только тренировкой, но и командообразующим мероприятием. Если каждый житель будет таким способом поддерживать любое мероприятие, я думаю, произойдет некое единение жителей вокруг какой-то общей цели. А вообще выполнили почти все. Единственное, кто был на дистанции, не могли это сделать. Но почти 400 человек выполнили это задание.